В 160 километрах от столицы Бангладеш, Даке, по российскому проекту сооружается первая в стране атомная станция Рупур. Осенью 2022 года на втором энергоблоке успешно завершился монтаж корпуса реактора. Реактор ВВР-1200 изготовлен в России компанией АМ Технологии. Сначала оборудование бережно транспортировали к реакторному зданию с помощью модульной дорожной платформы Gold Hopper. После гусеничный кран Liebherr LR-11350 грузоподъемностью 1350 тонн поднял корпус реактора на высоту 26 метров на транспортный портал энергоблока. Там оборудование погрузили на специальную транспортировочную тележку. С ее помощью корпус доставили внутрь центрального зала реакторного отделения. Далее в дело вступает полярный кран грузоподъемностью 360 тонн. Сначала он опускает корпус реактора в бассейн ревизии, чтобы после развернуть в вертикальное положение. Вес оборудования более 330 тонн, длина около 11 метров, диаметр 4,5 метра. Но несмотря на габариты, корпус реактора требует бережного обращения, ведь именно внутри него на этапе эксплуатации размещается ядерное топливо и протекает управляемая ядерная реакция. Реактор можно сравнить с сердцем атомной станции, а установка его корпуса – процесс по сложности сопоставимый с кардиологической операцией. Особая точность требуется на завершающем этапе монтажа, когда оборудование устанавливают на опорное кольцо в шахту реактора. При совмещении осей корпуса реактора и опорного кольца допускается отклонение не более чем в десятую долю миллиметра, поэтому эта операция требует слаженной и профессиональной работы всего коллектива монтажников. Высочайшая квалификация и тщательная подготовка специалистов SEM, TRESTROSEM, ASE и других задействованных в сооружении АЭС Рупур компаний обеспечили успешное выполнение работ. Установка корпуса в проектное положение – важный шаг к запуску атомной станции, которую так ждет народ Бангладеш.